И набивай, и все. Нет, ну как бы очки тачками, но вот когда на нас выехало 10 танков, а у нас ничего нету, кроме пехоты, давайте, это было тяжело. Давайте по реке задыфимся и будем очки набивать. Давай, прикиньте, давай. Здесь патриоты можно Ступай. Поставить. Короче, авиация, близкое плечо. Вообще будет четко, кстати. Я давай, за, как, я давайте, за, короче, за. Никуда не пойдем. Тиров. Ну, проебем, проебем. Обороняем город. Пацаны, ну что? И? Нет. Вот вы ивенты не любите. Вот поэтому вы и проигрываете. Потому что тактически мыслить не умеете. Тактически. Они стратегически нихуя не умеют. Сразу скажу честно. Я вертолетами на Индию полетел и всех их потерял. Сразу говорю. Мне нужна пехотная поддержка на эхо в гору, чтобы кто-то сел. Я танк привезу и ПВО. Поставьте фобы не с краю, а в центре. Нахуй вы их все время с краю ставите? По краям все время хуярят. Вот этот фоб, например, чтобы его с дороги можно было заряжать. Иначе не достанет. Здесь то же самое. Везде то же вот самое. Вот дорога, видишь, идет. Я поставил тоже рядом с дорогой. А где у тебя? Только поглубже. Ну вот. Ну я не вижу, блин. Ну, до него пока доедешь. Вот доедешь, а по краю все время всякие бедорасы. Вот где у меня фобы здесь стоят, ни разу не выбивали. Если только от него не стрелял никто. Слева есть проблема стоять по центру. Я же никого не обвиняю. Блин, я свой форт справа оставил. Самолеты слева, самолет справа. Это какие-то навозы вообще не поедут, так плохо. Может, с огнем, который... Угу. Поджигать будут? Да, по мостам. Это специфическое удовольствие, но оно есть. Так, а пехота, значит, не едет. Димыч, блин, я тебя буду бомбить, если ты в следующий раз ЦВшку не будешь двигать. Ой, просто блядь. Она нам и так не нужна, значит. Да я хотел поставить. Что они делают? Дурью занимаются. Зачем они... А, ну, ладно. О, нет, что же делать? Они подожгли перед мостом. Может быть, переехать? Ну да, учитывая, что... О, пересекает на уже напалма. А, синдром говорил про эту реку, а да нет, окей. На, это... нахуй. Зловещ смеется. Да. Так, нет, снабжение, пожалуй, постоит на другом берегу, пока. Вот так. Че вам там слева сейчас накостыляют? Чем вы, блядь, все занимаетесь? Почему один я, блядь, очки набиваю? На тебе и 31-й, ёпта. Пожалуйста. Это вертоёб. Я хотел сбить. Уф, риперы. Чё? Риперы, срочно! Эй, синдром, возвращайся на точку. Ёб твою мать! Не хочу. Вот про это я говорил. Они не доставали. Это не риперы, а рапиры. Да похуй. А им, между прочим, обидно. Who the fuck из газа? Ну чё, просрали мы эху. Кто бы сомневался, что-то там пошло, посмотри-ка. Ну, мое снабжение сдохло. И на Браве ничего нет. Вот, короче, сюда поставьте хотя бы пехоту какую-нибудь, кто там справа воюет. Ну, тогда готовьте бог получать. Да? Не, я не буду вставлять, что это ваше дело. Я просто отступлю к реке и все, и делать что хотите. Ладно, похуй, у них нихуя нет, считай. Можно синдром пиздиться изначально спокойно. Это рассказывал. Мы изначально, да, так хотели. Давай, играть вместе. Ну, тогда это тактику удалось. Кто о, там был так сливает? Вы что творите? Им... Ну там, да, пиздец. Я хуею с вас, блин. Ёб твою мать, что это там? А, танки, ёб! Нет, я назад. Там 64-ки. 64-ки? Ну я пошел тогда. Блять, да идите нахуй со своей артой.
Пам-пам-пам. Бля, у нас тут вся арта на фланге собралась. У нас, да, арты очень много. Сейчас попробуешь сидеть. Там бушка одна есть, проблема. Ну охуеть. Давай. Держи ее просто, чтобы нас... Да я пытаюсь. Короче, справа я всех отпитал. И пришел чувак, так, рандом, да, ничего, который занял зону. Я и вы, а рандом, единственный. Как вы ебали эхо и дельту, объясните. Да туда никто не приехал, у меня три танка там, видишь, и две ПВОшки. Чем я буду его занимать? Метлами. Писи. Писи, я ее уже обсосал всю эту писю. Вот, а вы нас так скакать хотите. Опять рандом и писи. Ничего не изменилось. 4HK7. Иди ко мне, детка. Посмотри, как они тут все пиздят, блядь. 4HQC. И это хорошо. О, я сидишь, пьёт. Куда там пакет? Туры в городе. Уже. А там ебанулся, блядь. Да, они сразу туда высадились. Вы там, это, не вот лезьте. Всё, пиздец. На рожон. Ой, ну закупайте пехоту, что? Да ладно. Это чьи там, чиф, я от паладинов отстрелялся Адахамсом, извини, пожалуйста, я нечаянно. Передвинь их, ладно. Ага. Я на кошемный танк на хотель коплю. А, окей, я свой кошем тогда отведу пока. Совешка едет куда-то сюда, УАЗик. Димач, не сливай второй лонгбой, блять. Что-то мне подсказывает, что тебя сейчас ПЗРК убьет тогда. Где? Где ПЗРК? В городе. У них в городе пехота уже вся. А ты уверен? Ха, ПЗРК там нет, да. Че, вы же въебали? Не, это будет минут через 5. КШМ-ка вот тут стоит, артой вдарьте. Это камчик? Пехота вот здесь, ну, по-моему, в курсе, да? Нет, там УАЗик. Тут они на право арты долбят. Там нет ПЗРК! А чё? Зигл въебал кто-то. Нормально. Стэчка уже нету? Бля. Ты так, сказал, походу, ты ловишь там все очень. Да ладно, я больше туда вообще не лезу, бесполезно. Пехота, куда ты пошла? Ё, вот это вот. Тебе скорее всего. Вихрь? Ну это обычно, да. Хотите, я скорее всего сниму мотокапсу на ходу? И-и-и. Кого вихря не снимешь ты? Ух ты, разведочка. Ты посмотри. Как же они не используют. Ну, он, знаешь, он вот отсюда, блядь, вот отсюда катается. Так что, в принципе, кто-то опять отвалился? Вот Егор стоит, дарь туда просто и все. Ударил. Пугайте его, блядь. Да не пугаем мы. Фу, подходи. Полетело. Там рапирами на перезарядку. У меня вон мат подъехал. Вихор. Пизданулся. 72 АС убили на эхе? Сейчас нет? Или он спрятался, чиф? 29-13 налево. Серия летит слева. Вихора более нет с нами. Ну вот и отлично. Понятно, танк есть. Чиф, пробеги, пожалуйста, вот пехотой налево вверх, чтобы он тебе выстрел сделал по тебе. В
уже нет, я забрал Найтхоком 2 по 95, потерял Найтхок. 95 это как раз ПВО, так что бомбите их. Нет, потому что забрал одну радарник, передо мной Равин, и я забрал два. То есть три мы забрали ПВОшки. Там их меньше. Ах ты ж сволочь. Да что ты, блядь? Ёбаная. Ты ушла снова, да? Нет, не ушла. Я вообще ничего сделать не могу, тут артят постоянно. Ну потому что у них нихуя тут и нет, а артят постоянно. Чё к шемку не поставить? Блять. Сейчас поставят, я вот только что приехал. Куда? На хотель? Ну попробуй поставить, ёп. Ёп, вашу мать. Вашу-то как? У нас тут артят постоянно, кошемка сдохнет. Да вон мою кошемку тоже артят, пидорас. Нахуй тут вообще две стоит, нахуй. Так, там постоянно объект. Очевидно, да. Тоже вопрос. Да ёбаный ж ты в рот, сука. Так сказать. Материшься, нельзя так материться. Не придите. Не принать. Пофиг. Не принать, я тоже хотел сказать. Ой, опять ебаная арта заебали. Нельзя так материться при Насте. Он же еще маленький. У него маленький, да. На секундочку, у меня 23 сантиметра. В смысле, ты что, проверял, что ли? Это в диаметре. Неохватный над. Можно обхватить только двумя руками. Какие-то ручки маленькие. Чайковский was better. Лонгбоу, вот сюда вот с центра залети. Только я не обещаю, что там ПЗРК нету. Они там есть. А ты видел? Да. В городе есть. В городе, да. Лес-то наш, есть, на эти. Есть, они Дигл сбили. Так, ну я конкурсы в городе убил, но может еще есть. Я в городе не видел пусков из города, точнее. Сейчас такие плюх-плюх, ломбо упал. Ну, CV-шку забрали самолетом на отеле. Вот так. Ну, горилла это ставить бесполезно, там светят. Конечно, бесполезно, сейчас все бесполезно, пока их не возьмем. Так, ладно, я танками тебе вот так. Тебя заберут серией. У меня дым есть. Серия не упала разве? У них еще есть. Ну вот здесь вот пехота есть, Лумбо, аккуратнее, в трех кварталах. КШМ. Вижу. Дым, пуфик, дым. Лопнула синишка. Вылечу хоть на неё, может. Ну, смотрите, что я делаю. Давай. Да, ну ёпта. Просто это нагло, пацаны, смотреть. User left your channel. Всех убил, улетел.
Нужен против танк тебе. 25 ушел, пока не знаю. Я полезу. Метьте, когда что-то артите. Полезу. Ну что, ставьте ЦВшку на эпу, от города они ушли. Картина Репина разгром, немецко-фашистских войск в Москве. А Репин правда писал такую картину? Сомневаюсь. Каждый день. С этого начинал просыпается и пишет. Да-да. Як, я не читаю, что ты пишешь. Он уже полтора года верит, что ты читаешь все его письма. А ты тут такое. Ну и не пиши мне больше. И не сопи томному в телефонную трубку. В скобочках пиши мне каждый день, пожалуйста. На самом деле нет, да? Да, да. Во, смотри, спрашивал, зачем две кошельки. Одна осталась. Да. Действительно. Ну что, аутисты, давайте наступать. В смысле, я с потерей буду. К победе приведет. Опа, МДхи перейти. Ути такие. Я на БМД-ке вылетел. Да, они сейчас спрячутся. Через Т-шку. Вон, и Т-шку лучше убей. Ну и Т-шку сбросить. Но, видимо, там убивать нихуя не надо будет после маров. Только не говори, что... Не, они не туда бьют. Я им подход перекрываю. Ты не говоришь? Лоу, да, ну, нет, не ушел Боппер, но да. Вот партия такая. Да я уже со спуки так разыграю. Давайте вертораж. Уважаемые люди, так не делают. Давай, давайте без вот этого. Давайте без давайте. Мы конечно, гейм пассивные. Еще 33 минуты еще это. 33 минуты это более чем достаточно, чтобы в другую игру поиграть. Тетрис. До первой крови. Нет! Кровавый Тетрис. Да, кровавый Тетрис. Беспощадный. Ты че, атакам слопал, что ли? Ему почти лонгбоу убило. Но не убило. Отрывало лонгбоу. Саду ракеты? Как-то так, блять. Слушай, пацаны, вы их походу научили арту двигать. Они теперь, видимо, переезжают. Ну да. По центру, наверх. Эть! Нахер, нахер, уйди от моих танков. Вот да. Там и стреляли. Он берут, тот геев. Спасибо. Ты опять апач сливаешь? 5. И опять и снова. Хорошо, я там к этому вылетел, две сушки взял, забил. Просто завидую, что у тебя. Это они просто апач, меня летели. Вон третий летит, не разворачивайся там. У меня ракета кончилась, я улетел. Вылетите на центр. У них, по-моему, нихуя нет уже. Да, у них там, по-моему, вообще никаких летов уже нет. Сука, блядь. Да. Стормеры смотрят на этот пул и такой, да, блядь, сука, сбейте. Да, он охуел вообще.
Какой сбил. Экспрессивный рассказ. Да он просто, он в контузии, в панике развернулся на мой ракету. Первая же ракета в него попала. Это, блядь, да что это сволочь себе позволяет? Да-да. Забавить. За это я вам атакался. Ёбну ещё что-нибудь. Нам или им? А так бы ты не ёбнул. Нет, так бы я рулил авиацией. Поскольку я ее потерял, сейчас я ее почему-то атакал. Без соглашения, совет ООН. Я тоже пару минут так за ними наблюдаю, вопрос, куда им атакал. Черт, американцы. Ну вон сейчас ВП-шка лопнет. Ну слушай, это вообще ни о чем. Господи, атакамсом. 90 очков, что-то. Чё, 90 очков, чё? Там ракета стоит дороже, чем этот вертолет сраный. Не, кстати. О, вихрит, сука, стоять! К вам он гость на право. Это не тот случай, ВП-шка по идее стоит все-таки. Вот кто там меня критикует, что атакамсом дороже, хуёже, свои очки, посмотри мои. Вот поэтому, так у меня, блядь, не было пол игры, что ты начинаешь? Ну вам начинается отмазка, да? Ёб твою мать, ВДВшники. Я могу тебе вообще тайну открыть. Я атакамсом забираю все дороже 50 очков. А иногда хохмач не даст соврать, я не знаю, сколько стоит техника, какую-нибудь БТР-ку пиваю, такое тоже бывает. БТР-ка за 25, это не самый расход. Истребители на центр нужны. Борт? Да, 2-5 борт опять подставил, хуйня бесполезная. Ну, сейчас второй убьют, и хер бы с ним. Обобьются пиво эти баварцы и строят танки потом. А, все. Он стрелять не может. Кто там пакет? Сейчас им ебут еще разочек, он сдохнет. Ну, я же сказал. Хуйня, блядь, бесполезная. Не матерись, пенати. Пожалуйста. По дяде. Только один борт подставил, у другого орудия заклинило от первого же попадания. Все против тебя. Почему нахуй нет? А чьи это пехотинцы стоят? Вот здесь вот. Не твои. Не, заплал. Просто их там уже закидывают третий раз, по-моему, они там... О, четвертый. На жизнь досталось там всем. Там такой пятачок по лесу ходит в зонтик. Кажется, дождь начинается. Да-да, у вас, кстати, ЦВшка при... А, рандом. Да ёб вашу мать, а! Вот нельзя с тобой не согласиться, с твоим экспертным мнением. Ты принёс пятачок. Есть чё, пятачок. Охуенные эти были. Помнишь таких хобби? Пятачок упоролся? Да-да, где они упоротые, и не понял пятачок. Ты принес. Так, они летают, значит, всяким говном, да? Скорее второе, чем первое. Чё, мрази, думаете, у меня 2-5 кончились, а хуй там. Я все равно эти минометы достану. А то у вас который кончится. Интересный подход. Ты их разряжаешь тогда? Обычно так красные должны рашить, но это что-то пошло не по плану. О, номер. Нахуй я первый нажал. О, Дим, там буква выехала, смотри. А, у меня там равин летит. Скорее всего, вот здесь пехотная ЦВшка. Сверху, на узкой. В принципе, план сработал, мы держим оборону по реке. Наступательная оборона такая. Да чё вы такие жадные, чего все по минометам скинулись? Они уехали. Потому что можем. Они уехали. Найн! Да в смысле двумя хеллфайерами промазал? Да чё ты глок-бом летаешь без прикрытия? Да я тебе повезло, кстати. Что? Ах ты туда летишь, что лонгбоем просто. Они по мне у меня... Да как же так? Какой вниз сбросил за ту же цель, что и я? Еще и диглом, блять.
Просто стрела тремя ракетами промазала по мне, я шестью птурами по ней промазал. Что-то такое обоюдное согласие, чувствую, какое-то там было сейчас по промазанию. Да, потом, когда я убил стрелу, она попала по мне ракетой после смерти. Это была месть из могилы. Водичка какая-то. Я дар речи не могу. Так, я вам на майк завожу. Ну, опять Путин. Ню. Сдохни, тварь. Куда у вас конкретно? Вы заколебали чего-то там? У Азан не может это убить. РТС свои. Покупают херни и не могут потом никого убить. Нормальные подсветки. Выбешивает, да? Не могут убить друг друга, блядь. Не пугайте 25 раз. Раз ПВО, два ПВО. Блин, только не в тур, только не в меня. Летит хакер по твоим методам. Вот, короче, на который на Джульет летит для начала. Да мне все равно по всем отрабатываете, у них там везде ПВО на этих метках стоит. Убить его здесь два птура, или где он был? Хорошо летит, я так смотрю. Огнетанчик. Я смотрю, там умные типа. Один ПВО я убил, а второй ПВО уехал, да. Давай. По короткой дороге. По короткой. Давайте туда запихнем наглую шеф, как вы думаете, это возможно вообще? Давайте разведку туда запихнем. Не, на прокила. Давайте вставим, да? По локоть, по колено. Спасибо, что только ногой обошлись. Нога и ПВО. Так, это не точно, но здесь ПВО. Ну, тебе показалось. Телебриконом по тебе стрелялись. А ты куда ты пропала? Хватит насиловать Апачи, а? Успокойся. Заберите у него игрушку. Там ноны. Нет. Ёпта. Там одна нона уже. А тебя никто спрашивает, не делал. У нас есть это кнопка. Мы сейчас просто разбомбим, да. Чиф, ты тут? Да. ТС-ки? Слушай, ты это, чуть-чуть повелей там каёвый. А повелей, а можно лететь? Снарядов больше. Ну, всрёшь в крайнем случае. А так мы к шерпу туда запихнём. А, вон, это як уже рестораж. Не, ничего не надо. Нормально. Грушники такие, грушники. Ой, ПВО. Спасибо. Теперь я знаю, где ПВО. Спасибо, твоя я информация. Тоже. Этот пилот погиб зазря, так информация абсолютно не исполняет. Так, ну что, вы просрали? Полёт вас просрали. Ну, почти. По полной причём. Одно место осталось. Я сразу говорю, я не на вас ставлю. Да, я тоже не на нас ставлю, мы друг друга бомбим. Да нас никто не ставит вообще. А мы тоже как... не на тебя ставим, понял? Лох. А я вообще не понял. Мы на тебя не ставим, а ложим, понял, нет? Ну ок. Ну тебя, Саня. Опа. Сука. Не твой бук. Даже, блядь, разозлить невозможно. Даже бук и тот подстилил. Чё такой был колючий? Я первый его увидел. Башка раскалывается. Да ты чё? Чё случилось? Неси, проходит Иви. Вы уверены, что
Я не знаю, как у всех вчера было, когда мы тут здесь все собрались и играли, все ништяк, но у меня было 6 часов утра. Ну, у меня 5 часов утра, нашел чем испугать. Ой, блядь, хорош, я вчера до 5 утра тоже сидел и чё? Хочу его молю. У меня не было утра. Это будафик, вы вылетаете справа, если чё, пацаны. Да, я противорадаров взял. Ой-ой-ой, что это за говно? Кто купил вертораж? Догадайся. Это некрасиво. Ой, блядь, почему никто не сказал, что вы захватили респу же? Блядь, тебе сказали. Не поверишь, но сказали. Блядь, только что уже было поздно. Я оттуда самолет вылетел. Просто играть не умеешь, признайся. Да-да. Хватит стилить технику, которая у них только что выехала там с этого. Честно. Вы успели стереть с лица земли их спаун быстрее, чем ракета Атакамса долетела до цели. Ну что, давайте угадывать, в какой источник находится? Здесь ЦВшка. На Вэмборе, наверное. В смысле, где мой блок ОС? Не, где конкретно на Вэмборе. Понятно, что на Вэмборе. Бомбите. Две точки себе выбрал? Нет, первую не угадал. Теперь классическая точка. Давайте я это разбуду. Угадал. Так, да, я думал выше. Теперь угадывай следующую. Они что, спрятали у себя на той базе еще одну? Вот это вот нечестно. О, вот иди. Время приключений. Да, я знаю, что там полно. Ну, ты знаешь, другие не знают. Я вот показываю всем, что пойду под обранцев, танк это не заберу. А, не заберу. Подсветите их. Зачем вам танк это? Я пошел упарываться иглами на транспортный вертолет. Ну вот, мы тебе только что ответили, зачем. Да, куда их еще девать? А че это за БТР? Это не ЦВшка ли? А вот это вот, вертушка не ЦВ... Нет. Это Терентий. О, Прага. Бау! Я бомблюсь. Я просто летаю, блядь, на голову. Ёбаные подобранцы, сдохните! Сдохните, блядь! Чё у тебя там? Вон УАЗик ездит, ура! Расстреливайте его из пушек. Мне плохие новости, но это мой вазон. Вы гоните его, насмехайтесь над ним. Не попал. Блин, я почти расстрелял его из пушки. Опять этот маньяк с апачем. Жал, но моя апач все игры. Но, Дима, ты опять не на первом месте. Кто молодец? Як молодец. Як молодец.